По данным экспертов по информационной безопасности, более 70% россиян открывают письма от мошенников. Исследование показало, что самый эффективный способ привлечь внимание сотрудника – послать ложное сообщение от начальства. Если в теме послания указано некое срочное задание, его откроет каждый третий. 32% россиян интересуют письма с уникальным предложением в качестве рекламы. Именные сообщения читают в 82% случаев. В прошлом году Россия оказывалась в топе стран опасных рассылок. Злоумышленники часто предлагали якобы помощь от государства. При переходе на сайт мошенников хакеры крали личные данные пользователей. Защитой от так называемого фишинга могут стать тренировочные атаки под контролем экспертов по безопасности.